Канске состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами полицейского класса. В волнительной обстановке юноши и девушки произнесли слова клятвы. Они торжественно пообещали с честью и достоинством носить звание курсанта, проявлять активную гражданскую позицию, соблюдать законы, укреплять в себе правосознание и оказывать содействие сотрудникам полиции в общественной безопасности и правопорядке. Впереди у ребят теоретические и практические занятия, на которых они продолжат знакомиться со структурой МВД России. При этом для некоторых из них настанет финишная прямая – сдача нормативов по физподготовке, прохождение медицинской комиссии, получение сертификата об окончании курса «Закон и порядок» и определение вуза, куда они собираются поступать. Житель Лесосибирска за год накопил 101 штраф за нарушение ПДД. Общая сумма задолженности составила почти 60 тысяч рублей. В основном 21-летний парень на автомобиле марки «Мерседес» превышал скоростной режим. Молодого человека доставили в отдел полиции и составили на него 26 протоколов за неуплату штрафов в срок. В Минэкологии региона появилась новая передвижная экологическая лаборатория повышенной проходимости. Мобильная станция будет отслеживать уровень загрязнения атмосферы в Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и других территориях края. Датчики автомобиля способны уловить в воздухе оксид углерода, азота, диоксиды серы, ароматические углеводороды, всего 25 загрязняющих веществ. Оборудование лаборатории также будет измерять температуру воздуха, атмосферное давление, влажность, скорость и направление ветра. После прохождения процедуры аккредитации передвижная эколаборатория будет выезжать в рейды по сообщениям жителей о загрязнении воздуха, а также по выявлению дымящих предприятий. В Красноярске это уже третий передвижной комплекс региональной сети мониторинга за качеством.